инструментального искусства на русских народных инструментах. Это Игорь Красильников и Вера Николаевна Городовская. Они очень много сделали в жанре исполнительства на русских народных инструментах в оркестровом исполнительстве, именно в оркестровом. И сейчас мы сыграем две аранжировки произведения первой Игоря Красильникова «Рождественская песня», а закончим первое отделение концерта произведением Веры Николаевны Городовской «Выйду ли я на речь». Thank you.
Антракт 10 минут.